31 декабря 2023 года. Готовим три блюда. На три блюда столько продуктов нам вот. Там картошечка варененькая, морковочка, лучочек. Вот. Печеночку сейчас будем говяжью делать, которую вчера только получили, 22 килограмма по 165 рублей. Вот. И вот такие ребра красивые говяжьи. Ребра говяжьи просто будет вкуснотеево, обалденнейшее. Вкусно будет очень. Очень плохо, что не передается вкус, запах, аромат по телефону. Вот. Всех с наступающим Новым годом. Уже 2024 год на носу. Всем приятного аппетита. Скоро будет вторая часть готовки. Ах, просто обалдеть.